Это Рой и его невеста. Валера, напомните, как зовут? Отпустите ее. Ну, конечно. Как ее зовут, напомните? Киара. Все время забываю. Это Киара. Спрятались. Летает, летает. Ничего себе. Топот какой. Самое главное, чтобы она... Рой! Ого, ничего себе. Он как его отец, так же самое. В играх. Не очень аккуратен. Ну, красавцы. Рой, иди сюда, ко мне. Смелая собака. Очень смелая. Лапка его. Лапка его. И зубки может ему показать. Не просто так собака. Конечно, он очень огромный по сравнению с ней просто в два раза. Да. Киара. Особенно сейчас сахалок у него стал дымом. Где вы? А вот они. Вот они. Рой в своем репертуаре. Он должен невесту немножко запугать. Хозяин? Да, его же территория. Он тут хозяин. Хвостиком. Она совсем не боится его. Совсем. Очень красивые, очень мощные, очень сильные. Рой такие шорты. Ух ты! У него рык, как у тигра или льва, я не знаю. Или она рычит? Она рычит? Ничего себе! Сейчас бить с ног запросто. Главное, чтобы не сбили с ног. Вот они. Киара и Рой. Красавцы такие. Ожидаются щенки в начале мая 2019 года.